спортивная карьера постепенно как бы подходит к концу, так как олимпийские дистанции уже сняли, и хотелось бы больше участвовать в таких вот мероприятиях, акциях, тем более, что сейчас я занял как бы другую должность, которая связана именно с активной реализацией вот именно молодежи, вот задействия ее в спорте. Вот. То есть, как бы это моя задача и мое желание личное, чтобы было намного больше у нас спортсменов и здоровых детей, которые озабочены какой-то целью реализации себя в жизни. Вот это моя задача номер один. Это не только в Южном, не только в Одесской области, это по всей Украине. Вот у нас есть Олимпийский комитет, но, как вы знаете, президент Сергей Назарович Бука, который лично участвует в таких акциях, мероприятиях. Организация всевозможная во всех городах идет. Это олимпийские уроки, это встречи с детсадами, школами, какими-то приютами, которые мало видят спортсменов, и они должны вживую с ними общаться. Живое общение с людьми, которые чего-то достигли, это уже дает свои плоды. Они начинают стремиться к этому. И мы, в свою очередь, тоже, скажем так, присоединяемся к этим людям, которые вот у нас группа людей. Вот, присоединяемся и стараемся как от себя тоже чем-то помочь и как-то участвовать в этом мероприятии. Это хорошо. А все, что касается выделения денег на восстановление стадионов, на восстановление всевозможных баз, самые глобальные задачи, которые зависят от власти имущих. Сейчас стоит вопрос номер один о том, чтобы базу, которая, скажем так, в забвении на 14-м километре, чтобы ее как-то восстановить, чтобы она воспряла из мертвых, угу. Можно сказать. Восстала, да. Из мертвых, это Одесская область? Это Одесская область, это 14 километров Видеопольской дороги. Там была когда-то грибная база Локомотива. Вот мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы эту базу как-то восстановить, чтобы там снова забурлила жизнь, взять туда молодых тренеров, которые амбициозных молодых тренеров, которые хотят чего-то достичь в этой жизни, хотят как-то затянуть больше молодежи, тем более вокруг район, вот Савиньон там недалеко находится, край Одессы тоже. Вот. И молодежь есть, ей просто некуда идти, тем более, что у нас вид спорта бесплатный вид спорта, гребля – это один из еще из видов спорта, который можно заниматься бесплатно. Ну, это неправильно, в принципе, как бы, да, и поддерживать нужно его. Вы ведете переговоры с кем? С бизнесом, с государственными чиновниками? Кто эти люди? С государственными чиновниками, которые должны как-то содействовать. Это Министерство спорта или как? Нет, Министерство спорта всячески за. Эта база находится на балансе у железной дороги «Локомотив». И так как она находится на балансе, мы не можем туда привлекать никаких инвесторов, которые бы могли как-то вложить в развитие, закупить инвентарь, лодки, тренажеры, сделать реконструкцию эйлинга, трибуны, натянуть стартовые, финишные там дорожки и так далее. То есть в этом должно быть заинтересовано Министерство инфраструктуры, получается так? В первую очередь они должны пойти на уступки и как-то вот эту базу либо передать ее на баланс города, либо области, чтобы можно уже было как-то двигаться, как-то выбивать уже какие-то средства. Я был лично у нашего губернатора Степанова, который сказал, я только руками и ногами за, он за спорт. Он сказал, но единственная проблема то, что это, к сожалению, пока мы не можем говорить, так как это находится на балансе железной дороги. И с ними, с балансоутримывающими, переговоры идут, а что они, или еще не добрались? Не идут на уступки, так как они говорят, что мы собираемся сами там оживить эту базу, но сподвижек с их стороны я не вижу. Они что-то пытаются ремонтировать, но как бы у меня есть записи, вот на телефоне есть записи, подтверждение того, что там все в таком же состоянии, как и было и год назад, и два года назад, и три, и на сегодняшний день оно так и остается. Если сравнивать Южный с другими городами и вообще Одесскую область с другими областями Украины, ну, на твой взгляд, какая самая спортивная? И может ли наш город считаться одним из или самым спортивным, вот на твой взгляд? Ну, не, без лукавства, не нужно как бы там, знаешь, ну, я не хочу лукавить, родной, не хочу, да, город. Я не хочу никого обидеть, так как у каждого города, ну, своя история, свой путь.
У Южного есть под боком Одесский перепортовый завод, клуб химии, который всячески пытается задействовать больше молодежи именно в детском спорте. В Одессе там другие чуть-чуть направления. Там есть школы ШВСМ, там есть разные там общества, которые тоже пытаются задействовать. Тут нельзя так, так сравнивать, нельзя, да? Сравнивать, угу. Нельзя проводить параллель. Южный — это молодой, быстро развивающийся город, который двигается вот в правильном направлении, я так скажу. Тем более у нас, вы видели, сколько молодежи, и всем нужно куда-то пристроить и чем-то заниматься. У нас строится база еще в Южном, вот грибная база, mm-hmm. которая строится, правда, она уже долговато, конечно, строится, но она тоже стремительно развивается, там тоже задействуется очень много молодежи, но не хватает молодых специалистов, которые, к сожалению, которым, к сожалению, не могут предоставить соответствующие условия для того, чтобы они... Ты имеешь в виду тренеров? Тренеров, да? Да, угу. Да, конечно. Ну хорошо, сегодняшнее мероприятие прошло на ура, всем весело. Конечно, прогуляли уроки, все счастливы, я думаю, это самое главное. Самое лучшее, что для детей сочканули один урок. Заселфили с Юрой Чебаном, это, по-моему, отлично. Ну, у тебя хорошее настроение, я понимаю. Ну вот, ты понимаешь, что это большая ответственность? Ты зажигаешь сердца, а для них теперь, для многих, принципом стало. Они сегодня пробежали эту, прошли условную 1000 километров. И дальше они будут сопать. Дальше будут ходить. Это же круто. Ты это понимаешь? Я тут был после Олимпиады в Лондоне. Мы тут разговаривали, тоже общались. И я хотел спросить, но не было возможности, чего достигла школа и дети, с которыми мы общались. Угу. Мне было лично интересно, чего они достигли. Взяли ли они какие-то моменты с моего примера, с того, что я им рассказывал, как двигаться, как работать и как себя заставлять. Мне было интересно, чего они добились за вот эти 4 года. Но, к сожалению, у меня не получилось, вы ведь сами видели, как окружили, и не получилось спросить. Но в этой школе я уже второй раз, и вот эта школа, видно, что она двигается в правильном направлении, у них по антарас задействуют всевозможные акции, вот у них по сбору пластика, батарей, они учат детей уже с этого возраста правильно работать с такими материалами и правильно их утилизировать. Быть ответственными. Быть ответственным в первую очередь. И дети в наше время, вот сейчас дети учат родителей, которые не были научены, уже их бьют по рукам. Это правильно. Они уже растут с правильными мыслями. И теперь они будут ходить и бегать. Конечно. Потому что будут вспоминать тебя. Конечно. Так что ты молодец большой. Ну, спасибо тебе большое. Больших тебе побед. Приезжай еще. Всем спорт.